Привет. Здравствуйте. Как тебя зовут? Саша. А сколько тебе лет? 7. Скажи, хорошо учишься? Ну, не так. Скажи, а что такое деньги и откуда они берутся? Их надо, если работаешь, тебе их дают за работу. А ты, когда вырастешь, будешь работать? Да? А хочешь быть богатым? Скажи, а 1 000 000 тенге – это много или нет? Многовато. Многовато? А что бы ты на них купил, если бы у тебя было 1 000 000 тенге? Я бы себе вещи купил. Вещи? Любишь погодок, что ли? А какие вещи купил бы, например, что ты любишь носить? Кроссовки. Как думаешь, в чем заключается счастье? Что ты богатый, и ты можешь купить, с другими поделиться. Скажи, зачем мышке нужны усы? Потому что без усов мышка не будет похожа, а с усами она гораздо лучше. Молодец. Дай тебе руку пожму. Молодец. Привет. Как Привет. Тебя зовут? Меня зовут Валерия. А меня Мадина. Очень приятно. Валерия, скажи, что такое деньги и откуда они берутся? Деньги – это что, когда мы покупаем, и мы покупаем это на деньги, и мы берем их за дело, когда мы работаем. А ты когда вырастешь, где будешь работать? Когда вырасту, я буду работать в цирке. В цирке? А кем? Балериной. Хочешь быть богатой? Скажи, а вот как еще можно стать самой богатой девушкой в мире? Наращивать семью можно. Ну, везде получать деньги, а потом в семье все покупать. И все это, ну, что не хватает, покупать. Например, машинки не хватает, купишь. Все. Скажи, а 1 000 000 тенге – это много? Это большие деньги для тебя? Да. Да? А вот что ты на них купила бы? Я бы купила на них костюмы для нашего отряда. И башмаки для всех для нашего отряда. И машинку. Привет, как тебя зовут? Меня зовут Данил. Скажи, а что такое деньги и откуда они берутся? Их можно зарабатывать. А вот ты кем будешь работать? Где будешь работать, когда вырастешь? Я буду поваром. А хочешь быть богатым? Да. Скажи, а 1 000 000 тенге – это много? Нет. Немного? Скажи, а в чем заключается счастье? Что такое счастье? Счастье – это когда радуешься, кого-то видишь и своих друзей смеешься.